И снова я. Кислички погорели немножко на солнце, надо же. Я думала, они очень любят свет. Ну вот ожоги от прямого солнца. Такие красивые листики с серебряными бабочками внутри. Очень мне нравятся. Красивые белые цветочки у этого сорта. Ну вот, оказывается, немножко надо его прятать от солнца. Я-то наоборот ставила, чтобы не вытягивались вот черешки у листьев, а более красивый и компактный кустик был. Но вот оказывается, что чревато, могут подгореть. Ну, как бы ничего страшного. Тут всего три листика так пострадало. Основная масса хорошо выглядит, растут. Вот даже зацветает. Очень мне нравится. Прелесть. Прелесть. У фиолетовой кислички просто гроздья таких вот розовато-лиловых, сиреневых цветов. Очень хорошо она разрослась. Бабочка вот эта хорошо тоже стала на листьях видна. В центре листика более светлые участки. Может быть, здесь виднее. Очень красиво, эффектно. Такие цветочки. Очень мне нравится. Прелесть. Некапризный сортик, хорошо разрастается. И вживую он очень яркий, очень нарядный. Красивый сортик. И третья кисличка цветет желтыми цветочками. Вот такая она яркая. Так, заяц уже лист отгрыз. Нет, вы посмотрите. Ой, я не знаю, можно ей кислицу. Заяц, ничего тебе не будет? Так, иди отсюда. Не надо, это несъедобно. Пока тут отвлечешься на секунду, уже вот что-то сожрала. Так. Желтые цветочки хотела показать. Сама малиновая, сербур малиновая, тут и малиновая, и зеленая, и белая. Очень, конечно, нарядный сорт. У Plum Crazy. Еще и цветочки желтые. Это, конечно, просто очаровательно. Так что вот три разные кислички и цветочки все три разного цвета. Беленькие, желтенькие и вот такие розово-сиреневые. Так. Вот такие красоточки. Так она свисает вперед вот эта ветка. Не знаю, может ее обрезать. Как-то она отдельно от всего куста получается. Ну, посмотрю, подумаю. Может быть, отрежу. А, вот забыла рассказать. Обнаружила вот такую мутацию на кисличке. То есть это был цветонос. Вот есть отцветшие цветочки. Вот это от цветочков. Так, такие уже высохшие бутончики остаются. И набрала же здесь вот розетку листьев. То есть вот как она обычно. Вот такой цветонос. И просто здесь цветочки. Нет никаких тут листиков. И не бывает. Я вот первый раз увидела такую вот мутацию. Может быть, ее попробовать отрезать и укоренить. Я прям даже не знаю. Первый раз с таким столкнулась. Необычный феномен. Вот такая. Чудеса природы.